Ребята, нет времени объяснять. Бежим отсюда! Сзади нас сейчас идет огромное землетрясение. Видите, что случилось с дорогой? Срочно надо смываться отсюда! Я взял специально такой огромный джип с очень большим ходом подвески, чтобы мы... Посмотрите, уже одна машинка не смогла доехать. Главное, чтобы мы смогли доехать. Так, газ в пол и никаких колебаний. Фу, хоть бы перепрыгнуть все эти препятствия. Ух. А в следующем видео, я думаю, можно будет туда поставить огромные бейблейды между каждым обрывом. И тот, кто не перепрыгнет через бейблейд, просто будет раскрышен в смятку. Фух, а сейчас наша задача как можно дальше сбежать от землетрясения. Кстати, трасса это просто чума. Мне так понравилось на ней просто гонять. Я был в шоке. А на самом деле она вышла уже больше месяца назад. И я снимал это довольно давно. Но, к сожалению, выложить смог только сейчас. Времени очень мало. Этот Новый год все ближе и ближе. О, нет! Машинка, держись! Не повезло. Может, на другой машинке удастся сбежать. От этого землетрясения мы взяли самую быструю Audi RS6 и в пол, педаль в пол. Нет, вы посмотрите, ей даже это нипочем. Хотя нет, лучше начать сначала все-таки. Да, скорость у нее просто замечательная. Вот про такие бейблейды я говорил. Крутилки-ломалки. Настоящие, поставить вот над каждым обрывом. И если ты не набрал нужную скорость, просто раскрышит машинку в щепки. Как вам такая идея, ребята? Если нравится, то жмем лайк или пишем в комментариях, что идея крутая, или предлагаем еще большую идею. Можно поставить кучу машинок после каждого обрыва, и каждая машина, которая убегает от землетрясения, будет перепрыгивать их. Мне кажется, это тоже довольно должно быть... красочно выглядит. Да. Я, кстати, всегда думал, что эта машина это BMW. А недавно посмотрел обзор одного парнишки, из-за которого не спал до 3 часов ночи. Просто все видосы у него на канале посмотрел про легендарные машины. И все, я узнал, что это, скорее всего, Audi VR6. Ой, VR6. RS6. Фух. Ну, а сейчас у нас... трюк, который был, должен был быть в самом начале, это перелет вот такого джипа, но теперь против супер ускоренного бейблейда. И перелетит наш джип или нет, хватит ему скорости или нет. Все-таки большие задние колеса зацепились. Ну, вы знаете, это лучше, чем попасть под удар по кузову. Попыточка еще одна. Сейчас сделаем побольше разгончика. Вот, по диагонали возьмем больше разгон. Посмотрим, что нам удастся сделать. И прыжок удачный! Отлично! Фух. Ну, мы же сюда приехали не для того, чтобы просто... прыгнуть и остаться целыми. Мы должны проверить на прочность наш новый внедорожник. Так. Берем разлом. Вы посмотрите просто на скорость этого бейблейда. Бам-бам-бам! Немножко ускорим, так как полет занимал целых несколько минут. Я вам все ускорил, чтобы мы поскорей приземлились. Текстурки, как говорится, растягиваются, но не суть. Сейчас мы переносимся на ту самую трассу. Фух, где мне очень понравилось ломать машинки. А эта машинка, между прочим, очень круто управляется. И посмотрим, как ее каркас безопасности справится с ударом. Мотор вообще улетел, наверное, на Луну. Но вы знаете, каркас все-таки что-то додал. До крепости этой машины. Ну, а это вообще будет машинка в смятку. Сейчас мы узнаем, как выглядит смятка по автомобильному. Капец полный. Смялась аж до заднего сиденья. Вот это да. И представляете, это раньше были такие
машины. А на самом деле весили они, и количество железа в них было не меньше, чем на современных. То есть, как важно все-таки правильно конструировать машины. Фу, вот это да. Ну а как же такая же машина, только подготовленная для гонок, справится? Ой, предчувствие у меня плохое. Она же звонится еще быстрее, а значит скорость удара будет еще сильнее. И вы посмотрите, как мы четко пролетели между этих труб. Это, конечно, круто. А ну-ка, сейчас попробуем на трамплин. Сейчас будет функция гармошка. Ну чё, неплохо так выглядит. И моя теперь любимая тачка. Я нашел такую модификацию в интернете. Я вчера уже гонял. Да, конечно, видео это уже не вчерашнее, но когда-нибудь вы увидите, она так нереально летит. У нее огромный спойлер на переднем бампере. Здоровенный, как пол машины на заднем багажнике. Спойлер, она так круто управляется. Это просто моя стала любимая машина. А сколько у нее есть тюнинга в настройках гаража в этой игре, я просто прозрел. У нее столько двигателей, столько вариантов кузова. Просто тормоза, колеса, всего очень много. И поэтому посмотрим, как моя любимая тачка крушится. Буф. Вот так. Все-таки бензобак не захотел оставаться целым. И сказал: пишем, ребята, пожарные, придите. Это вам сказал тот бензобак. Не, ну тачка вообще классная, очень круто рулится. И гармонь, приди! Ничего так, ничего. Просто смятка. А сейчас мы снова возвращаемся на ту самую трассу и пытаемся вернуться назад. На самом деле, по гравийному покрытию на такой мощной заднеприводной машине просто нереально ехать. Но я все-таки попробую. Посмотрим, что у нас получится. Наша машинка уже немножко покореблена, так как я ее не восстанавливал, а просто переворачивал, ну, манипуляциями мышки. И сейчас у нас супер прыжок и прыжок в стиле GTA. Если вам нравятся такие затяжные прыжки, пишите в комментариях, я могу вам снять очень много прыжков. Но вы же никогда ничего не пишите в комментариях. Как я могу знать, что вам больше нравится? Ну разве что лайки, дизлайки. Оу-оу. Давай же, джипик, выезжай, аккуратненько, аккуратно. Оу-оу-оу-оу-оу, чуть не перевернулись. Осторожно. Что-то совсем все не так. Наверное, резина уже лысая, стерлась, наверное. Так, не понял? О, наконец-то мы развернулись. И мчимся в сторону старта. Вообще неустойчиво. Как же все-таки этой машины вот не хватает полного привода. Представляете, какая была бы крутая тачка, будь у нее полный привод. Но, конечно, зная конструкцию передней подвески, это, конечно, очень затруднительно. Если бы она была полноприводная, она была бы более короткоходная, а короткоходная подвеска уже бы не была таким, эта машина, крутым бы джипом. Все. Кажется, мы добрались до низа этого землетрясения. И тут у нас финиш. Ах, ну какой же классный джип. И сейчас мы возвращаемся к вот этому Бейблейду. Еще разочек попробуем перепрыгнуть. И полет. Снова текстуры по сторонам. Но, я вам скажу, машина еще вполне себе на ходу. Вы со мной согласны?
Так. Ну, а отсюда я даю вам насладиться моментами разрывания кузовов автомобилей на кусочки самим, без своих скучных комментариев. А если вам мои комментарии нравятся, то вы, конечно, пишите об этом. А то, честно говоря, я уже частенько подумываю снимать видео без комментариев, но вы же почему-то из лайков там делаете больше, чем лайков. И что я должен думать? Должен думать, что вам нравится. Но никто об этом мне никогда не говорит. Еще был вариант у меня снимать все мои комментарии на камеру, но кому же я нужен? Вы даже мне ничего не напишите, какая вам машина понравилась. Ничего. Ой. Ладно, буду я с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр, что вы досмотрели аж до сюда. Если вы до сих пор не нажали на лайк, то, конечно же, жмите. Вот. И подписывайтесь, если вы до сих пор не подписались на канал. Все, всем огромной удачи и пока-пока.